Здравствуйте! Вы, конечно же, знаете русский язык. Обратите внимание, что вы его знаете неосознанно. И только начинается предложение, примерно догадываетесь, какие слова будут сказаны в дальнейшем. Потому что язык – это набор сочетаний слов, штампов. Вы поймете, что человек не совсем владеет русским, если скажет «я ездить у трамвая». Так вот, Любой язык состоит из речевых грамматических штампов, из определенной базы конструкций, которые и предлагаются в данном курсе. Каждое занятие – это определенные клише, которые вы сможете усвоить, не прилагая особых усилий. Просто слушайте, повторяйте и старайтесь выполнить рекомендации. Каждое занятие начинается с так называемого синтаксического словаря. То есть, вы слышите татарские предложения и их перевод. Они подобраны так, что в каждом последующем уроке усложняются. Прослушайте эту часть несколько раз. Далее, прослушайте тот же текст только без перевода. Вы должны научиться его понимать и повторить за мной. Третий этап занятия ⁇ небольшой текст. Старайтесь его понять без перевода. Это и повторение, и контроль самого себя. Русский перевод предназначен только для того, чтобы вы смогли преодолеть некоторые трудности, которые у вас могут возникнуть. Кроме того, в конце занятия дается словник основных слов для самопроверки. Новые слова словники распределены ассоциативно или по темам. Если вы поняли татарский текст, освоили его, смело переходите к следующему занятию. Старайтесь не делать больших перерывов при прохождении курса. Если уж они случились, повторите и освежите пройденный материал. Надеюсь, что данный курс поможет вам не только в изучении татарского языка, но и общего осознания того, как изучать языки вообще. Желаю успехов! Первое занятие. На первом занятии вы узнаете, как задать общий вопрос и как на него ответить, как задать специальные вопросы. Вопросительные местоимения с помощью которых можно спросить обо всем. Как вести счет на татарском языке? Как образовывать множественное число? Вы научитесь здороваться, представляться, указывать на предметы, спрашивать об их наличии и количестве. Бунерсе. Это что? Букитапма. Это книга. Эйе, hey, букитап. Да, это книга. Юг, букитап тугель. Нет, это не книга. Будефтерме. Это тетрадь. Будефтер тугель. Это не тетрадь. Бухарефме. Юг, бухариф тугель. Это буква. Нет, это не буква. Сес Кем? Син Вы кто? Ты кто? Сес профессор ма? Юк, мин профессор Тугель. Вы профессор? Нет, я не профессор. Ул Кем? Ул студент. Он кто? Он студент. Ул студент ма? Юг, ул. Студент Тугель. Он студент? Нет, он не студент. Ул. мы? Юг, ул. Журналист Тугель. Ул. Эшче. Он журналист? Нет, он не журналист. Он рабочий. Эшче. Ищэ. Без Эшчеляр. Я тоже рабочий. Мы рабочие се студент ларма эй е без студентлар вы студенты да мы студенты улкойдан улкозаннан он откуда он из казани син мясскеудденме -мэ? юг мин Пензедан. ты из москвы нет я из пензы манда китап бармы эй е манда китап бар здесь есть книга да здесь есть книга манда студент лар барма юг манда Лар юг здесь есть студенты нет здесь студентов нет манда студент бар манда бер студент здесь сколько студентов здесь один студент манда нища китап манда ика китап здесь сколько книг здесь две книги манда Ларбарма. эйе манда Эшкитаббар. китап бар здесь есть книги да здесь три книги Анда кемнәр бар? Анда эшчеләр бар. Там кто? Там рабочие. Алар кемнәр? Алар эшчеләрме? Юк, алар эшчеләр түгел. Алар студентлар. Ани кто? Ани рабочие? Нет, они не рабочие. Ани студенты. Бер китап. И дефтер, Эш одна книга, две тетради, три буквы. Манда Дурт Китаббар. Здесь есть четыре книги. Манда студент. Манда Дур студент. Здесь сколько студентов? Здесь четыре студента. Бусуздя нихе хареф. Бусуздя биш хареф. Сколько букв в этом слове? В этом слове пять букв. ДУРЦЮЗ. биш эшше. Четыре слова, пятеро рабочих. Манда биш стельбар. Здесь пять столов. ОНДА и курандак. Там два стула. Мында урындыклар барма. мы? Юк, мында урындыклар юк. Здесь есть стулья? Нет, здесь стульев нет. Бу урындык мы? бу урындык тугель, бу стель. Это стул? Нет, это не стул, это стол. Анда китаплар бармы? Юк, монда китаплар юк. Монда дефтерлер бар. Монда үш дефтер бар. Там есть книги? Нет, здесь нет книг. Здесь тетради. Здесь три тетради. Анда стеллер бар Юк, монда стеллер юк Монда урындыклар бар. там есть столы нет здесь нет столов здесь стулья он да нищая урындак биш урындык там сколько стульев здесь пять стульев исенмесис здравствуйте хайерлей ирте доброе утро хайерли кын нишек. Добрый день. Как дела? Ирте, кен, киш, тен. Утро, день, вечер, ночь. Хайерли киш, хайерле тен. Добрый вечер, доброй ночи. Исемегезнишек, исемегнишек как ваше имя, как твое имя. Минем Исемем Владимир. Меня зовут Владимир. Синен Исемен Нишек. Минем Исемем Фарид. Халлер Нишек. Халлер Йохше. Как твое имя? Меня зовут Фарид. Как дела? Хорошо. Халляр Йохшиме Ряхмет. Халляр йохши. Дела нормально? Спасибо, хорошо. Исянмис. Хайрли Ирте. Халляры гезнищик. Йохши. Здравствуйте. Доброе утро. Как дела? Хорошо. Исянмисес. Сезнен Ильхам. Здравствуйте, как ваше имя? Меня зовут Ильхам. Манда нища китаб бар. Манда биш китаб бар. Здесь сколько книг? Здесь пять книг. А манда дефтерлер бар Юг, ма? манда дефтерлер юг. Бу дефтер Юг, Будефтер Тугель, Бу китап Рахмед. А здесь есть тетради? Нет, здесь тетради нет. Это тетрадь? Нет, это не тетрадь, это книга. Спасибо. Исанбулагас, будьте здоровы, пожалуйста. Саубулагас, кушагас. До свидания, прощайте. А теперь прослушайте эти татарские словосочетания и предложения без перевода, повторяя их за диктором. Постарайтесь их понять. китап Букитапма, Эйе Букитап, Юк Букитаптугель. Бу дефтерме? Бу дефтер тугел. Бу харифме? Йох, бу хариф тугел. Сыз кем? Син кем? Сез профессормы? Йох, мин профессор тугел. Ұл кім? Ұл студент. Ұл студент мұ? Йоқ, ұл студент түгіл. Ұл журналист мұ? Йоқ, ұл журналист түгіл. Ұл ішші. дә ішші. без эшчеләр. Сез студентлармы? Әйе, без студентлар. Ул кайдан? Ул Казаннан. Син Мәскәүдәнме? Юк, мин Пензадан. Монда китап бармы? Әйе, монда китап бар. Монда студентлар бармы? Юк, монда студентлар юк. Монда ничә студент бар? Монда бер студент. Мында ничә китап? Мында ике китап. Мында китаплар бармы? Әйе, мында өч китап бар. Анда кемнәр бар? Анда эшчеләр бар. Алар кемнәр? алар эшчеләр ме? Юк, алар эшчеләр түгел. Алар студентлар. Бер китап, ике дәфтәр, өч хәреф. Мында дүрт китап бар. Мында нише студент? Мында дур студент. Бу сүздән нишә хәреф? Бу сүздә 5 хәреф. Дур сүз 5 эшче. Мында 5 стәл бар. Анда 2 урындык. Мында урындыклар бармы? Юк, мында урындыклар юк. Бу урындык мы? Юк, бу урындык түгел. Бу үстел. Анда китаплар бар мы? Юк, мында китаплар юк. Мында дефтерлер бар. Мында үш дефтер бар. Анда стәлләр бармы? Юк, монда стәлләр юк. Монда урындыклар бар. Анда ничә урындык? Монда 5 урындык. Исәнмисез? Хәерле иртә. Хәерле көн. Halar Irte. kün, Kish. tun, Khayrli kish. Khayrli tyn. Isyme giz nisik. Минем исемм Владимир. Синең исемиң ничек? Миннең исемм Ферит. Хәлләр ничек? Хәлләр яхшы. Хәлләр яхшымы? Рәхмәт. Хәлләр яхшы. Исэнмесез. Хәйрли ирте. Хәлләрегез ничек? яхшы. Исэнмесез. Сезнең исемегез ничек? Минем исемем Илһам. Монда ничә китап бар? Монда биш китап бар. Ә монда дәфтәрләр бармы? Юк, монда дәфтәрләр юк. Бу дәфтәрме? Юк, бу дәфтәр түгел. Бу китап. Рәхмәт. Исән булыгыз. Сау булыгыз. Хушыгыз. Прослушайте контрольный текст. Повторяйте за диктором и поймите. Исен миссис. Хайр лирте. Сызнен исеме Минем исемем фарид. Халлере гызнишек. Рәхмәт яхши. Сы студентмы? Әйе, мин студент. Сез قайдан? Мин Әлметтен. Сиз эш кеме? Юк, мин işçe tügel. Бу нәрсә? Бу урындык. Бәред, монда ничә китап бар? Монда биш китап. Ә мике дәфтер бар. Бу хәрефме? Юк. Бу хәреф түгел. Бу сүз. Бу сүзде ничә хәреф бар? Бу сүзде 5 хәреф бар. Ә столда ничә китап бар? Столда 4 китап. Яхши, Саубуларс, Пушерс, Бу. Что? Кто? Сколько? Как? Это Эйе, Юг, Бар, Китабтугель. Да, нет, есть имеется не книга. Яхши. хорошо. Бер и к эш турт биш один два три четыре пять китап дефтер Хариф. Сус. Сон, стель, УРАНДЫК, эсше, ирте, КЫН, киш, ТЫН. Книга, тетрадь, буква, слово, число, стол, стул, рабочий, утро, день. Вечер. Ночь. Исенме. Исеннесис. Хайрле. Рахмет. Соубул. Уш. Здравствуй. Здравствуйте. Добрый. Спасибо. До свидания. Прощай.